Первой на очереди в списке на капитальный ремонт дорожно-асфальтового покрытия значится улица Генерала Белова. Здесь планируется выполнить устройство двуслойного асфальтобетонного покрытия. Что немаловажно, движение по данной дороге очень оживленное. Много грузовых автомобилей. Трасса должна быть готова к таким испытаниям. Ремонт улицы обойдется городскому бюджету в 17,5 миллионов рублей. Список остальных улиц на капремонт утвержден еще не до конца. Но есть критерии, по которым они будут отобраны. Во-первых, совместная работа с органами государственной безопасности дорожного движения и те заявки, которые мы получаем от жителей нашего города. Но основное, конечно, это совместная работа нашей службы государственной безопасности дорожного движения, наше управление благоустройства. Ну а потом мы знаем те потоки, мы провели обследование пассажиропотока на территории нашего города, поэтому знаем, какое количество пассажиров перемещается с той или иной части города.